Секретарь Одинцовского отделения «Единой России» глава округа Андрей Иванов 9 мая возложил цветы к одному из главных памятников Великой Отечественной войны на территории муниципалитета – мемориалу «Рубеж обороны 1941 года» под Звенигородом. Он отметил, что День Победы – это главный праздник для нашей страны, самый важный и самый любимый. А депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков принял участие в акции «Цветы Победы» в Одинцове. Вместе с жителями города и активистами партии «Парламентарий» возложил цветы к мемориалу «Слава» с вечным огнем. Также акция прошла у других мемориальных комплексов на территории Одинцовского округа. Вместе с партийцами в церемонии возложения участвовали жители населенных пунктов.